выпало очень много снега. Сколько снега? Ой! И он хорошо лепится. Значит, из него получатся отличные снежки. Здорово! Миу, 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 миу! Играть. Это потому, что мы играем каждый сам за себя. Надо разделиться на команды. Классная идея. Кто со мной в команде тигров? А кто в команду львов? А я не хочу играть в снежки. Я буду строить красивую башню принцессы. Башня будет высокая и изящная. У меня будет красивая крыша и мост с колоннами, по которому будет ездить карета принцессы. А я буду помогать Лапочке. Вот. А потом спрячусь от снежков и башни. Кстати, мы ведь можем построить крепость из снега. Да, крепость нас защитит, и мы сможем сделать много снежков. Пока тигры и львы строят снежные крепости, Компот и Лапочка лепят снежную башню. Ну все, хватит уже. Мне надоело строить. Давайте играть. Давайте. Но все время сидеть в укрытии очень скучно. Тигры, хватит отсиживаться в крепости! За мной! Отступаем в крепость! Атаку! Эй, смотрите, куда бросаете! Надеюсь, они не сломают нашу башню. Она получается такой красивой. Я уже устала бегать от снежков. Нужно придумать, как подобраться к ним незаметно. Идея! Нам нужно прикрытие. Мы за него спрячемся, и они нас не увидят. Скатаем большой ком. У тигров хитрый план. Болю и хитрее вас. Мы скатаем свой шар. Скорей, сейчас мы подберем тигров к крепости. Ура, мы сломали крепость львов. Ой, мы сломали нашу башню. А ведь мы ее так долго строили. Она была такой красивой. Простите, мы не хотели. Это все из-за снежной битвы. Я знаю, что надо делать. Тигры и львы объявят перемирие и помогут Компоту и Лапочке восстановить башню. Тигры и львы помогли Лапочке и Компоту отстроить башню заново. И она стала еще красивее, чем прежде. Это не башня, это настоящий дворец. Теперь мы устроим турнир по метанию снежков в честь открытия нашего дворца. Здорово! Миу, 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 миу! Играть в снежки, конечно, весело, но гораздо лучше слепить что-то красивое вместе с друзьями. Ведь это будет долго всех радовать.